Всем привет! Я начинаю оформлять второй разворот моего альбома Project Life, вторую неделю. Я распечатала фотографии, даже поставляла рамочки до рамки от фабрики декору. И хочу теперь все заполнить пустые места. Для этого я подобрала коллекцию Scandi Baby Boy, Scandi Baby Girl. Как-то, может, их замиксую. И сейчас буду вырезать. Я не только нарезала бумагу на карточки, но и уже разместила декор. Я решила использовать абсолютно все из той же коллекции, что и бумага. Ну, кроме рамок, но они вообще сюда отлично подходят. И мне нравится, что совпадает цветовая гамма. Ну, в принципе, это и так понятно, потому что производитель один. Мне уже нравится, как все начинает вырисовываться. И теперь я буду оформлять каждую карточку по очереди. И вот такой вот разворотик у меня в итоге получился. Мне очень понравилось работать с этой коллекцией. Она вся прям такая нежная-нежная. Класс! Наклейки очень выручили в некоторых местах. Прямо вот подошли туда, где нужно было. Мне понравилось использовать вот этот It's a Girl. Вроде как ее используют, когда узнают, что это девочка, или когда рождается девочка. Но тут Алиса сидит и разбирает свой гардероб, и тут эта надпись как нельзя кстати. И очень понравилось использовать также рамочки. Я первый раз использую рамочки Project Life. И так могу сказать, что достаточно интересный опыт. Ну что ж, желаю всем вам вдохновения. Спасибо всем, кто меня смотрит, и пока-пока, до скорых встреч!